Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И в конце расклада мы возьмем карту совета, что вам высшие силы советуют. Первая карта для вас, мои дорогие скорпионы, это карта императрицы. Для женщины хочу сказать, что это ваше изобилие, ваше плодородие, да, ваше благо уже, да, вы получаете эту по заслугу, да, то, что вы старались, то, что вы добивались, да, вас показывает женщина, которая не зависит от кого-то, да, вы сама себя можете обеспечивать, да, вот здесь больше не то, что эмоционально, духовно себя расти, а именно вот именно ваша стабильность. Финансы, да, здесь как бы, даже если сказать для вас, мои дорогие мужчины, здесь есть рядом такая женщина, которую вы можете чувствовать, да, что вы рядом с ней более себя повышаете, да, вы более у вас что-то получаете, да, это женщина, которая может, да, знаете, помочь еще другим-то, да, здесь высшие силы могут дать вам на сегодняшний день, мои дорогие мужчины и женщины, даже одинокие, которые новые какие-то возможности, поставить цели, да, для того, чтобы вы в будущем это собирали, да, вот это можете спокойно уже в начале апреля делать. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца для вас, это туз мечей. Туз мечей показывает, мои дорогие, что женщины, мужчины, вы сами хозяины в вашей жизни в начале апреля. Если вы хотите обрубать какие-то общения, какие-то отношения, какие-то людей, да, какая-то работа, вы можете это спокойно, потому что высшие силы дают вам возможность это вы сами это решение принять, да, потому что вы это должны, кроме вас никто не может это делать, да. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта это для вас карта смерти. Карта смерти показывает завершение старого и начало нового. Да, у вас начинается какой-то новый период. Да, у вас как бы завершение трансформации. Да, то, что вы настолько боролись, да, настолько даже мужчины и женщины, да, то, что вы старались очень сильно убрать из вашей жизни, вы уже достойно получаете на сегодняшний день. Потому что вас показывают люди, которые, которые достойны это получить. Да. Для женщины, я хочу, может, для некоторых, я не хочу сказать это не для всех, может, было завершение, да, какой-то процессный развод, да, какой-то женщина поставила точку на каких-то отношениях, да, и здесь как завершается, да, как, ну, как бы убирает из ее жизни. Давайте посмотрим следующая карта на середине, рыцарь. Жезлов. Рыцарь жезлов показывает для вас, дорогие мужчины и женщины, вы идете к своим целям. Для вас были очень много, да, жизненные уроки падения и взлета, да, вы поднимались, ну, могли упасть, да, но вы все-таки идете, да, вы достигаете свое желаемое, вы получаете те, знаете, те цели, которые вы сильно боролись, да, вы уже как бы собираете, да, плоды, да, уже на сегодняшний день, после того, как то, что вы завершили, да, у вас это происходит. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, двойка пентаклей. Сохраните свой баланс. Постарайтесь свою ну, почву сохранить на середине апреля то, что у вас есть. Да, вот если это касается рабочего момента, да, здесь как может быть какие-то те, которые, ну, ищут работу, я хочу сказать, что здесь как будут две предложения, и здесь вы будете стоять, да, какое правильное, ну, в какую сторону, да, ну, правильно делать, да. Те, которые, знаете, могут какую-то поездку, да, делать, здесь может быть думай, да, пока вообще стоит этого, но то, что вам нужно, не, да, даже если что-то не получается, даже если что-то у вас как-то не получается, как вы хотели, здесь как бы, знаете, уже по-старому вы не будете себя вести, да, вот все-таки вы начнете что-то новое. Давайте посмотрим следующая карта, да, вот на середине, что вам высшие силы, рыцарь кубков. Плыть по течению, как рыба в воде, да, дать себе возможности порадоваться, что у вас происходит в апреле месяце.
потому что у вас возможности новые есть. Да, вы заслуженно получаете то, что вы так сильно боролись. Да? Только дайте возможности порадоваться. Да? Вот даже если вы одиноки, да, дайте себе возможности, да, контролируйте свой баланс. Если стоит, да, куда-то, да, что-то менять. Да? Вам нужно это все-таки, вы сами это можете делать, потому что вначале вы сами хозяины вашей жизни, да, вам дается эта возможность свыше, да, Вселенная дает вам возможности, когда вы можете сами идти, да, вот по своей дороге. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это Верховная Жрица. Если это женщина, то женщина, знаете, как Верховная Жрица, мудрая женщина, которая может дать советы, которая интуиция хорошо работает, да, эта женщина очень так будет, у нее много испытаний в жизни, да, очень много, но у нее возможности новые появляются. Может быть, для некоторых, может быть, даже здесь может быть беременность, да, после каких-то вот, если это касается женщины, то здесь может быть какие-то, после каких-то абортов, все-таки женщина все-таки сможет забеременеть, да, для вас это будет очень такая вот, как тайна, да, что как у меня это получилось, да. Для мужчины, для это у вас есть, может, это ваша мама, это ваша жена, да, есть женщина мудрая, которая вас может, да, поддерживать, даже если, может, какие-то у вас перемены случиться, да, случилось, то женщина вас может вас советовать, да, она может благородно советы какие-то дать вам. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам эта карта говорит, и карта волшебная, вы мастера женщины, мужчины, вы мастера своим делом, чем бы вы ни занимались, какую работу вы бы ни выполняли, вы знаете, что вы хотите, да, вы знаете, какие отношения, каких людей, да, вот что вы хотите в вашей жизни. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советовали, да, на протяжении всего апреля месяца, да. Карта совета для вас, Паж Кубков. Паж Кубка, хочу сказать, для некоторых, да, здесь может касаться беременность, да, как я сказала, для женщины. Для некоторых может быть появление новых отношений, новые знакомства, да, здесь. Но самое главное, те одиночки, да, если даже не будут ваши отношения, да, здесь нужно порадовать себя. Даже нужно вот где-то поехать, отдохнуть, дать себе возможность восстановиться, да, после какой-то завершения вашей жизни. То, что здесь как порадовать именно на протяжении всего месяца, да. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада это... Обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.